Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Супербекс, а именно Путь новичка без доната. Прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарии из предыдущего видео. Если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и писать, конечно же, комментарии. Также не забывайте, что вы можете оформить спонсорскую подписку по ссылке в описании, тем самым поддержав канал, получив за это прикольные бонусы. Ну, а я, в свою очередь, сейчас прокачиваю эту ремесло, для того, чтобы потом вывести главный офис в 15, а потом и это в 15, чтобы вырабатывать пауэр-юниты. Все очень просто. Итак, что мы сегодня будем делать? Я надеюсь, что мы сегодня сможем прокачаться. У меня тут скопилось немножко токенсов, да и в принципе есть, ну тут, конечно, ничего интересного. Есть парочка, так сказать, боксиков. Понадеемся, что что-то все-таки с них выпадет. Ну и в принципе, еще одна редкая. Блин, вот именно на этом аккаунте мне нужны эпические нормальные вещи, для того, чтобы я мог с них получить какой-то импакт. Потому что вот даже вот эта вот вещь, я ее сейчас качну и получу возможность получить хорошее количество тепла в подарок. Смотрите, drink. И у нас с вами получается плюс 12, плюс 6. Но и это еще не все. Мы сейчас, конечно же, из этого сделаем легендарочку. Потому что за счет этого мы можем с вами очень неплохо поднять количество тепла, которое мне сейчас нужно просто обязательным образом. Прям побольше тепла и побольше восстановления. Это все очень-очень-очень важно для моего тепловика. Потому что на него сейчас этого всего не хватает. Так, эпический пауэр юнит можно было бы, кстати, отдать сюда, по большому счету. Он очень хорошо прокачал бы тоже. Но я, наверное, пока оставлю, потому что вдруг мне выпадет какая-нибудь пушка, которую я сразу захочу, ну, прокачать. Поэтому пока что не буду трогать. Ну что ж, здесь, скорее всего... О-о-о, да ладно. Так, смотрите, ребят, что я хочу, что не хочу. Не хочу ноги, не хочу торс. Пушку хочу тепловую, хорошую. Ну, там, вариантов много, почти любую. Магма-реколлер даже бы не бы подошел, на самом деле. Но, пожалуйста, я очень прошу вас, мехи, очень прошу, не ноги, не торс. Да, я совсем забыл про этот дебильный дрон, который у меня уже есть. Ну, почему падает одно и то же? Я просто не понимаю, ну за что, ну за что, ну реально, ну что это такое? Почему это так работает? О май гад, я реально просто сейчас сгорю, ребят, я не понимаю, почему это так работает, seriously, у меня просто уже слов нет, если честно. Ну что ж, давайте поставим этот дрон сюда, в таком случае он хотя бы энергетически, в отличие от этого физического. У меня, блин, я бы даже хотя бы, ну, рад, что я могу использовать это и для того, чтобы прокачать, допустим, тот же Firefly в легендарку, но у меня все равно не хватает легендарок, видите, у меня их мало, у меня все, что есть из легендарного, все используется, кроме там этого физ-дрона бесполезного, который у меня сейчас... А, он у меня вообще... Нет, он у меня был... А, вот. Ну, вот эти две пушки, да, я могу отдать, но для того, чтобы превратить в мифик, как вы понимаете, двух маловато будет. Ну, давайте чуть попозже купим еще один премиум бокс. Блин, мне двух токенов не хватает, чтобы купить два. Я понимаю, что по-хорошему надо качаться через премиум паки. По-хорошему, это реально хороший вариант. Но, ребят, ну не могу я ждать премиум паков, потому что без доната это все происходит очень медленно. Я в супермехах на своем основном аккаунте получаю минимум 25-35 токенов в день. За счет ежедневного квеста 10 токенов и за счет своей, ну, как бы, своего юнита. Ну, не юнита, как абонемента, можно сказать. Все время 2, ну, то есть с абонемента 25 минимум получу. А здесь, в свою очередь, я получаю, ну, крайне редко что-то полезное, поэтому, сами понимаете, все это крайне-крайне хардово. Так, здесь мы видим, у чувака, в принципе-то, ничего легендарного даже и нету, у него все эпического характера. Рабочая тема, с этим можно реально работать, и, в принципе, у нас довольно по ХП все хорошо, мы сейчас охладимся чуть-чуть, чтобы он нас не перегрел. И, в принципе, я думаю, что мы можем здесь победить, давайте посмотрим. Так, гаш, парит, перегревает. Ой, как хорошо, что у нас хватило. А, не хватило, лол. Мы без дрона здесь работаем. То есть, как видите, у нас дрона, к сожалению, здесь нет, потому что мы не можем по дистанции попасть. Но ничего страшного, в принципе. Мы можем сейчас, в принципе, телепортнуться, использовать дрона. Другой вопрос, что он издалека может мочить. А я издалека мочить не могу. Поэтому сейчас пока что использую вот так. У него сейчас будет оверхит. Он может вообще к нам не подходить, то есть ему издалека вполне нормально шпариться. Если я сейчас... Хотя знаете, как он может? Все равно тепла не хватит для этого. Нет, давай.
давайте тогда так лучше сделаем. Сейчас, может быть, это вообще шатдаун? Да, отлично, хорошо. И вот теперь уже мы можем сделать вот так. Раз, два. Отлично, минусанули этого челика. Смотрим, что у него по второму меху. Я надеюсь... ну здорово. Виндиго плюс бэкбрейкер плюс вот это все. Это, конечно, здорово. Это круто смотрится, чувак. Мне нравится. Нормальная сборка. Ну, я рофлю, потому что у меня у самого, конечно, сборка полная отстой на втором мехе. Но все равно приятно, когда ты видишь, что, ну, чувак, мягко говоря, вряд ли затащит. Мягко говоря. Так, раз, два, и это тебе. Изи, поехали, следующий. Нам надо выиграть 3 битвы на арене для того, чтобы я мог получить 10 токенов за прохождение всех, как бы, ежедневных квестов. Я за это получу 10 токенов, соответственно, мне кажется... А, кстати, слушай! Погоди. 20 тысяч. Так. Ага. И... Да ладно, ну почему? Блин, я думал, что токены выпадут. Кстати говоря, 22 из 24, давайте я кого-нибудь приму. Кстати, я очень удивлен, что так мало сейчас заявок. Обычно очень много заявок, прям реально много. Вот недавно даже стрим был, и там было прям видно, что дофигища заявок. Но сейчас вот почему-то всего лишь несколько. Удивительно, если честно, удивительно. Обычно это прям целый лист, прям целую эту страницу занимает, а здесь пока все более-менее прилично, я бы сказал. Так, ну нам надо реально выиграть только вот эти два боя, и тогда у нас будет возможность получить 10 токенов, на которые я куплю 2 премиум бокса, ребят, ну наконец-то, хотя бы, ну есть у меня надежда, что выпадет что-то, реально есть, очень большая. Так, у чувака нормальный, ну как нормальный, для этого ранга нормальный мех, на самом-то деле это, конечно, трешачок, нормальный дистанс для нас, но у него много хп, и у него он фулл легендарный, да? Да, он фулл легендарный, не слабо. Могут быть проблемы, потому что у него и тепла довольно много, потому что сам по себе он, этот, тепловой, сюда будет, правда, он с Суприм Кэноном, для того, чтобы вывести вот эту пушку. Ну и он нас перегревает, ну вот он это и делает, да? То есть он будет стрелять, скорее всего, с этой фигни. Да, ну и как бы с дрона он меня тоже вывел. То есть я сейчас с дрона стрелять не смогу. Боюсь, что это будет, скорее всего, ГГ. Ну так, чисто по моим ощущениям, он дамажит. Ну это фулл лего, ребята, это фулл лего. Я не вижу смысла дальше с ним сражаться, потому что фулл легендарку я сейчас победить не смогу. У меня не фулл легендарка. То есть у меня Twisted Flux вообще эпического характера. Поэтому, ну как бы... Тупо, так сказать, не получится. Что мы видим здесь? Полуэнергетический, полутепловой, плюс тепловой. Скорее всего, первым он поставит первым, потому что у него он более сильный. Кстати говоря, оба меха... Блин, чего же мне так не повезло? Оба меха у него достаточно сильные, на самом деле. Ну, сравнительно, опять же, видите, все легендарное. У меня все... Блин, у него еще фейс-шот. Вот это печально, потому что он будет мочить меня с энергетическим. Так... Ну да, скорее всего, он через ход это Energy Break. Мне остается только надеяться, что я успеваю. Раз. Два. Отлично, у него здесь будет перегрев. К сожалению, оверхит они... Ну, он использовал... А, даже Delirium использовал все это, да? Ой, ну за что? Ну, ребят, ну серьезно. Ну, у меня единственное, что вот остается сделать, это вот это. Типа без вариков. Блин, это такая подстава, лол. Ну, здесь, конечно, перегревает, но, сами понимаете, это мне мало как-то поможет. Сколько здесь дэмэджа? 27-43 здесь. 12-19, чё? Ладно, хотя бы эта фигня нормально шпарит через... ну, за счет того, что он бэкфайр. А, у меня еще здесь тепла нету. Ой, ну вот видите, эта сборка офигенная именно в силу того, что на этих рангах у ребят не может быть одновременно и много тепла, и много энергии. И всего и того, и другого обычно довольно мало. На самом деле, это офигенная идея. Я даже подумал о том, чтобы поставить себе подобную сборочку. Но здесь изи победа, это мы сразу видим. Потому что, на самом деле, вот если бы я сюда вместо Twisted Flux... Ну, мне надо под дизоляцию выводить. Сложно сказать. Возможно, я бы на второго меха мог бы так навесить, поставить Corrupt Light и Malice Beam. Мне кажется, это могло бы работать, если честно. Вот опять, видите, у меня дрон почему-то... Ну, я не знаю почему, но мне тупо не везет по дрону. Здесь оверхит. У него, кстати, Спартан Кэрнуш на... Почему? Просто почему? Что за уровень везения у чуваков, которые играют в эту игру, и почему у меня не такой? Я просто не понимаю, честно. А, ладно, окей, окей, я понял. Понял, принял, так сказать. Ну, погнали, чё. У нас остается 50 секунд. Стреляем.
На следующий ход я подрубаю дрона, через ход телепортируюсь. А, кстати говоря, он может быть меня здесь и... Ага. Да, это шатдаун. Он при этом тоже потерял ход. Но проблема в том, что если он меня перегреет, а он может это по большому счету сделать за один ход моего второго меха. Здесь тоже шатдаун. Блин! Надо было выключать Дригос на последний. Ну, на том ходу, когда я еще последний раз мог это сделать. Хотя бы один, божечка мой. 250! Блин, проблема в том, что, ну, допустим, я с одного выстрела наношу 50 дэмэджа с этого, с дрона, да? Но, блин, у меня, видите, как это работает, печально. Блин, офигеть, это реально хард. Это реально хард. Ну, вот 60-185. Я не смогу, понимаете? Вот он меня сейчас перегревает, все, это ГГ, это ГГ. Ой, блин, у меня горит, серьезно. Я не понимаю, почему мне не везет. Почему у меня все время не попадается под дистанс моего дрона? Почему все время попадается на один дальше? Я не могу дрона из-за этого подрубить. Это такой бред, реально. Это фулл легендарк. По-моему, у него даже мифические торсы, если я не ошибаюсь. И заклошки, по-моему, мифические. Ой, блин, я не знаю, вот что это такое? Что это такое? Серьезно, почему? Почему? Почему я не попадаю на ближнюю дистанцию? Еще не раз, ну, один раз, по-моему, попал за все сегодняшние арены. Блин, я не знаю, без донат, ну, по-моему... Что говорить на этот счет? Серьезно, это прям просто трешачок. Этого мы сносим, окей. Ну, как бы, он сейчас особо ничего сделать нам не сможет. Раз... Два, это шатдаун однозначный. Жалко, что даже у него, ну, типа, вот эти 26 хп, это мне снова не повезло. Было бы очень хорошо, если бы у него оставалось бы немножко. Потому что сейчас я просто ничего сделать не могу. Он мне просто смотрите, наблюдайте, кайфуйте от этого вида, так скажем. Раз, два, выключаем двигос. Я подрубаю дрона просто потому, что мне на следующий ход надо телепортироваться, другие твари. Я в шоке, серьезно, ребята, я реально в шоке. Ну, здесь тоже опять это автолуз, потому что он тепловой. Я не знаю, что происходит. Можно, пожалуйста, меня поставить на нормальный дистанс? Я на 15 ранге играю, алло. Игра. Я не знаю, может быть, моя ошибка, что я опять недостаточно фармлю. Но на самом деле я фармлю довольно много. Ну, то есть там раз в 2-3 дня я захожу и прям сижу до последнего. Ну, потому что мне надо свой основной аккаунт фармить, сами понимаете. Вот сейчас, когда попались абсолютно изичные мехи, меня выводят на нормальную дистанцию. И у него такой же дрон именно в этом. У остальных дроны были такие, которым тоже можно было на дальней дистанции работать. А когда на ближнюю, так у нас у обоих такие дроны. Я не знаю, игра как будто бы действительно это видит все. Потому что, ну, я не понимаю, как рандом может работать в этом направлении, серьезно. Так, раз, два, мы его перекрываем. Вроде бы это шатдаун. Не, да, шатдаун, кстати говоря, неожиданно, что у него так мало тепла получилось. Раз, два, здесь добить не сможем, но это оверхит. На этот ход он, скорее всего, использует... Блин, я бы на его месте с этого стрелял. Он стреляет с этого. А, ну, логично, сопротивление, наверное, хотел под это, под дамажечку. Добиваем его с дезоляции и вносим урон с Firefly. Чего у него по второму меху, смотрим. 1000 хп, много. И при этом он с этих Rapid Destruction вполне может мне снять... Ну, я думаю, что за два хода он снимет. На следующий ход я отъезжаю. И при этом у меня еще и перегрев, поэтому... Блин, я бы мог попробовать его перегреть, в принципе. 68, 100... Нет, не получится. Потому что не получится его уркипнуть, это 100%. Ай, ну, скорее всего, он сейчас потратит полностью все, да, он тратит все свои ходы, но проблема, опять же, в том, что у меня здесь сколько... А, 1000, кстати говоря, благодаря заглушке, почему-то забыл про это. Ну, давайте пойдем со всего своего дэмэджа, просто со всего, что есть. У него остается 470. Ой, кстати говоря, мы можем ему энергию попытаться снять, он может все требовать энергии, да? Слушайте, а вот это было бы топово. Раз, два... 24, при этом у него еще оверхит. Но он все равно сможет стрелять, да? Но он не сможет, он не сможет. Да, он не сможет. Ему надо тратить ход на то, чтобы подойти ко мне. Так, 263. 60, допустим, снимает дрон. Мне нужно... Ну, 100 дэмэджа я не смогу сделать, это однозначно. Раз. 74, 2. И дрон даже выстрелить не смог, потому что мне энергии, походу, не хватило. Блин, если он меня сейчас добьет, я просто обалдею, серьезно, но он не должен, по идее. Так, хорошо.
Фу, 3 хп у него сейчас осталось, ребят, минус 3. Вот еще бы немножко, и мне бы реально не хватило. Я реально просто обалдеваю. Ладно, нам надо сделать еще одну победу для того, чтобы тупо получить плюс. Кстати, а что в магазине? У меня есть что купить? В принципе, я сейчас бы не отказался от какой-нибудь помощи небольшой. Тепло, охлаждение. Но я бы, наверное, просто взрывной урон бы себе купил. Либо тепловой урон, одно из двух. Наверное, давайте взрывной, просто побольше дэмэджа, чтобы наносить. Нам надо сделать одну победу. Получаем токены, покупаем 2 премиум бокса. Получаем свои 2 эпика заслуженных. И просто радуемся, потому что надеемся, что эти эпики нам помогут. И будут они использоваться в нашем мехе. Очень сильно на это надеюсь. Фу, ну давайте, блин, мне очень хочется магма реколлер, мне он очень нужен. Абоминейшн здесь тоже очень хорошо бы зашел. Я уже не рассчитывал на какие-то топ-пушки, типа там, не знаю, тот же Red Rain, Burning Shower, для того, чтобы контролить дистанцию эффективно и так далее. Нафиг, пофигу на них. Просто хорошие пушки, которые я смогу использовать в повседневных боях. Мне этого будет вполне достаточно. Не знаю, как он опять угадал, чтобы я дрон не смог подрубить. Это уже чисто... Но ничего, у него зато по теплу меньше, и у него хпшки почти нет, поэтому, в принципе, мы этого меха должны затащить. Блин, хотел вот я выключить двигос, но не стал. А, это, наверное, стоило бы сделать. Так, хорошо, оверхит у него есть, сейчас он у меня тоже оверхитнет, а я его на следующий ход оверхитнуть не смогу, пожалуй. А может быть, он дрона подрубит, и тогда меня не оверхитнет, скорее всего. Тогда я смогу, в свою очередь, использовать дезоляцию и выключить двигос, как вариант. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Чувак 14 ранга, чтобы вы понимали. Я 15. Я на 15 держусь прямо на соплях, потому что у меня прям... Блин, это плохой мех, ребят. Он уже давно плохой. Я давно не могу его улучшить, потому что я, опять же, мало играю на этом аккаунте. Постараюсь. Вот много лайков наберете, постараюсь играть на этом аккаунте чаще, показать вам более хороший результат. Он вышел. Я думаю, что мы бы все равно победили, поэтому как бы не паримся особо. Идем сюда, получаем 20 наргоса и получаем себе еще 10 токенцев. Ну что ж, так сказать. Первый эпик пошел. И это... Отлично. Не ожидал ничего другого. Второй эпик пошел. Отлично. Торс ноги. О, кстати, вот на самом деле, ребят, несмотря на то, что я бы на основном аккаунте, конечно, бы огорчился этому, на этом аккаунте я очень этому рад. Это очень-очень-очень-очень круто. Эта штука нам сильно поможет. Охлаждение на 21, то, чтобы вы понимали, у меня было 18, хотя этот прокачанный более-менее, этот еще нет. Его по-хорошему можно прямо сейчас уже вкачивать в эпик. Ой, в смысле, в легендарку. Но у меня просто нету сейчас редких пауэр юнитов. У меня только эпические есть. Его, конечно, тратить нет смысла. Но в целом, это очень схема рабочая. И с этим можно поработать. Я бы, на самом деле, даже бы это с удовольствием сделал. А это до фула прокачается по-любому, да? Ну да, конечно, это слишком большая прокачка. Вот это можно сюда качнуть. В принципе, за 115к. Я думаю, что нормальная тема. Можно было бы создать мифический модуль. Но сделаем это мы, наверное, уже в следующей серии. На сегодня все. Спасибо, что смотрели, дорогие друзья. Если видео вам понравилось, жмякайте на лайк, пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал. С вами же был Чинаски. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь.